Первенство Центрального федерального округа по грэпплингу и грэпплингу ГИ проходило 2 и 3 апреля в городе Нарофоминск. Участвовали 750 спортсменов в возрасте от 12 до 19 лет из 14 регионов центра России. Иваново представляли 25 человек, и почти все они получили призовые места. И Самуддин Курбанов неожиданно для всех взял золото в обеих дисциплинах. Парню удалось одолеть даже лидера мирового первенства. С ним вот была одна из самых тяжелых схваток, но благодаря хорошим командам с угла получилось выиграть. Максим Волков – самый юный чемпион. В первый день в одном из боев ему повредили спину. Однако парень, несмотря на сложности, взял себя в руки и стойко противостоял более сильному сопернику. Он душил меня и растягивал. У меня спина болела еще. Так он растягивал, я чувствовал боль в спине, но я не хотел сдаваться, потому что я понимал то, что это единственный шанс сейчас пройти на Россию. Ну и так я продержался и выиграл бой. Сейчас Максим уже активно тренируется, спина зажила быстро. Ивановские девушки также показали себя, каждая в своих возрастных категориях. Елизавета Хвостенко и Анна Ершова взяли золото. Анна уже студентка Шуйского пединститута, планирует стать профессиональной спортсменкой. Тренируюсь 7 дней в неделю по 2 тренировки. Утром тренажерный зал, вечером работа на ковре. Да, я хочу профессионально вести свою спортивную карьеру. То есть тренировать, выступать, мастера спорта забрать. В итоге 10 спортсменов сборной команды области получили право выступить на первенстве России по грэпплингу. Оно пройдет в Москве в августе. А у Ивановской федерации теперь более серьезные амбиции. На следующий год мы планируем у нас в области, точнее в городе Иваново, провести первенство Центрального федерального округа. И будем принимать всех гостей. И будем надеяться, что наши результаты превзойдут предыдущий год. Так как турнир будет домашним, и нам будет легче в родных стенах. В официальном спортивном календаре первенство пока не заявлено. Однако подходящие залы в городе есть. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».